Навчитися створювати ескізи модного одягу не обов'язково 4 роки вчитися у професійному училищі. У Київ Fashion Institute вас цьому навчать за один день. Ходімо, все покажу. Це перший образовательний інститут в Україні в індустрії моди. Іменно тут ви зможете отримати те образування, яке є узкоспеціалізованим. Наприклад, того, чого складно знайти в інших учебних заведеннях. Ціна за один навчальний курс стартує від 2000 гривень. В принципі, фешн-ілюстрація – це ілюстрація, яка прямо або косвенно якось розповідає нам о моді. Що таке взагалі ілюстрація? Чим? Ілюстрація – це те, що рисунок, який сам за себе говорить. Точно так же фэшн-иллюстрация – это иллюстрация, которая о чем-то говорит. В данном случае это иллюстрация от трех луков из коллекции Dior Марії Грації Кюрі. Експеримент, можна сказати, намалювався сам собою. Подивимось, як швидко я зможу створити власний модний ескіз. Адже художнього таланту в мене, м'яко кажучи, немає. І головне, скільки я на цьому можу заробити грошенят. Адже у середньому на одному такому малюнку можна наваритися $100. И если ты таких возьмешь 5 иллюстраций в месяц, $500 можно заработать вообще спокойно. Но для этого, я еще раз говорю, нужно либо искать самим заказчиков. В моем случае я не ищу заказчиков, в основном заказчики находят меня сами. Зараз будем пробовать малювати основу такие фешн-иллюстрации. Будем малювати людей, жінок, и потом на них будем одягати гарні вбрання. Для цього треба взяти ось такий спеціальний олівець, графіт. Ось спеціальний папір. Це роздаточні матеріали з примірами пропорцій чоловіка, з построєнням фігури, з витяженням силуету, точно так же портрет. Якісь схематичні варіанти, просто для того, щоб ученикам було легше. Спершу малюю вертикальну лінію на всю сторінку. Далі ділю її на 8 рівних частин. І промальовую плечі та шию. Фешн-иллюстрация всегда удлиняется, чтобы не были такими не толстенькими и коротенькими, удлиняется шея. Плечики, они кругленькие, потому что здесь есть какие-то суставчики, и они все равно кругленькие, они никогда не квадратные, они не острые. 1, 2, 3, на троечке у нас находится талия. Коленки у нас находятся посередине наших ножек. Малюю тулуб. Это вытянутая трапеция от шеи, начинаем. Навожу голову і починаю промальовувати стегна. Одна трапеція маленька, яка перетворюється в другу перевернуту трапецію. І от тут завжди є якась вмятинка. І коли рисують бедра, то либо от тут забувають про ці якісь косточки, либо про ці, либо роблять їх якимись дуже круглими, ці попи. Локоть у нас знаходиться на рівні талії. Локоть не ніже, не вище. Ноги у нас ніколи не йдуть прямими. Щось мені це більше нагадує Едварда «Руки-ножиці». Так, а ну ж, може, списати у когось вийде? Що там у моїх сусідів за партою? Я бачу, у вас дуже гарно виходить. Ну, те, що в мене вийшло, то це таке вже, а у вас більш професійно. Ви десь вчились раніше цьому? Ні. Покажіть, що ви встигли вже навчитися і що намалювали. Розкажіть, що це? Успіла навчитися, об'ясняли анатомію тіла. Да, в данном случае девушки. Успела попробовать это изобразить, как рисуется прическа, и что-то у меня такое получилось свое. И за такое добро можно отримати? На самом деле бывают платья, которые достигают по цене 2-3 тысяч фунтов. Как можно заработать гроши на фэшн-иллюстрации? Это реклама, это рисование обложек, это эдиториал, какие-то глянцевые истории, какие-то... моменты статей, это веб-работа с интернетом, работа с блогами, работа с интернет-изданиями, это рисование на фэшн-виках, проекты с известными брендами, рисование как ивент-иллюстратор. Також иллюстраторы могут займатися... оформление витрин, всевозможные принты, это вот как принты для косметичек, также и принты для разных шарфиков, для одежды. За скільки грошей можно продать одну иллюстрацию в среднем, так, если я початківець? Если вы начинающий иллюстратор, то вам могут вообще не заплатить. И часто так и делают, и часто предлагают просто копейки, говорят, что, мол, ну слушайте, вы работаете на свое имя, вы работаете там, классно поработать просто с кем-то известным, наработать себе каких-то контактов. Я, як новачок, мучилася зі своїм ескізом години півтори.
І нарешті, ну ось такий в мене малюночок вийшов, така фешн-ілюстрація. Скажіть, що тут, я розумію, що це не дуже все круто вийшло, але скажіть, які помилки основні я зробила і що мені все-таки вдалося зробити? На самом деле, я считаю, что в первую очередь нужно было больше сделать акцента вот к легкости вот этой линии, о которой я говорила. То есть, если не пачкать рисунок, оно было бы намного симпатичнее. И, конечно, нужно очень внимательно относиться к правильной анатомии человека, к строению человека и всегда держать в этом уме, помнить об этом. И насчет юбки, вот есть такой момент. У нас ткань, она все же идет, складки даже, которые есть в юбке, они идут от пояса, а не рвутся и не идут где-то от ноги. Та от чи вдасться мені своє мистецтво продати за непогані гроші? Вряд ли вы ее продадите и навряд ли модернизируете. Если вас учили фэшн-иллюстрации, в первую очередь нужно обучать пропорциям человека. Я вижу, что вы что-то тут отмечали, вот, но в любом случае она все равно не в пропорциях сделана. Початківцям-ілюстраторам Крістіна радить. Изучить основы рисунка, живописи, композиции базовые. Если вы не знаете базовых основ, рисовать просто так, вот так картинку фигуры человека бесполезно. Вот, пока вы не нарисуете натюрморты, пока вы не поймете, вы не нарисуете пейзажи, вы не нарисуете ничего. А что на мой эскиз скажет директор модного бюро для молодых дизайнеров? Смотря для чего вам нужна эта фэшн-иллюстрация. Для того, чтобы ее продать, этого, естественно, недостаточно. То здесь должна быть визуализация полностью этого того или иного модели. Не видно спинки, не видно каких-то деталей, потому что если вы хотите ее продать, например, к примеру, на какому-то бренду или какому-то производителю одежды, или, например, на фабрику, к примеру. Вот. Здесь необходимо, чтобы было видно, там, где выточки есть, где какие швы. Вообще в идеале любые фэшн-иллюстрации, конечно же, делать в программе. Почему? Например, опытные дизайнеры, они разрабатывают иллюстрации уже конкретно в программе. Тогда это упрощает и оптимизирует затратное время для старта. Это окей. Тому навчитися малювати може кожен. Та чи зможе продати свій малюнок і непогано заробити на цьому, залежить вже від того, як ви подасте себе та свою творчість.